что ты так со мной, Господь? Чем я тебя обидел? Ответ мое молчание и холод поражали. Пасы в голове своей я повода не видел. Но родных послушал, поддержали. Конечно, столица. Вот такой хлеб где еще увидишь? Но нам сказали правильно. Секрет, конечно, в муке, но и в руках. Спасибо вам, дорогие труженики, что кормите и Москву, и страну. И дай Бог вам здоровья.